перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Салют, салют. Сейчас народец подвалит. Чуток. Сейчас ждем. Естественно, целые там 40 человек. Госальт. Блять. Нет, не буду делать сальто, братан. Хуёвая идея. Как я, брат? Ижи, брат, нормально. Да, блять, нету кофе. Я пошел, взял еды Машке, блять. Машка, не созвонившись со мной, съебалась в торговый центр. Перестаю, блять, с бургером, без питья, без ключей. Возле хаты. Скучно, хули надо это трансфер провести. Я даже кофе тут цепануть негде. У Борчанского пиздатый трек. Был бы он еще не обрезанный, было бы намного лучше, блядь. Хотя есть внизу кофейка, можно вроде взять. Но сигареты хватает. Так перебиваюсь. Еле-еле на сигареты хватает. Лучший концертный город это... Не знаю. Но пока самый пиздатый концерт был в Питере. При том, что обычно петербуржцы очень ленивый народец. Паде, привет. Вот. Не обижай Раиля. Короче... Клип когда, блядь? Еще отчитываться буду, когда будет, так будет. Я в серфе уже был, не пойду. Кстати, в натуре это не ради рекламы, короче, но... С 16 года я, получается, в Москве, и, ну, рил, типа, в серф-кофе, самый пиздатый кофе. И причем, типа, это, наверное, то, чем мог бы быть Starbucks, если бы он не выебывался. Так постоянно жру кофе. Чё, а как вам трек-лист рассказывать? Это был последний анонс. Давайте с вами обсудим чуток. Альбом «Облы», к сожалению, не зашел. Надеюсь, Назар... восстановится. Ну, видите, с другой стороны, если он от этого кайфует, то пускай кайфует. Чего там кого-то нахуй посылаете? Не посылай Дениса нахуй. Вообще, в принципе, такая тема там. Кто недавно следит за творчеством, недавно, это, скажем, там, полгода, у меня, ну, в моем сообществе никто никого не оскорбляет. Лирические герои, да, будут в метал-версии, которая была... Ну, не в метал-версии, это такой рэпкор, скорее. Будет в металлюжной версии такой, но чуть добавим еще вторую гитару. Короче, да, он будет перекочевать живой. То есть лирический герой не выходил официально. Вообще, в принципе, я лирического героя изначально писал для альбома, но мне было несколько хуёво, и я хотел поделиться мыслями, которыми я там поделился. Вот, и поэтому слил демку. Физкуртом планируется, просто пока не знаю как. Рок очень дохуя. Всего дохуя.
самая крутая песня из грядущего альбома, по твоему мнению? Не знаю. Вам решать. В говно 2 3500 был последний раз. Да я давал вью этому Нави, по-моему, там рассказывал все. Не играю уже с декабря прошлого года. Мне интересно. Релиз выйдет до концертов. Не скажу точно когда, но до концертов. Не хочется в тишине выступать. Хочется, чтобы люди подпевали. Почему лоботомия распространяется так сильно? Да не знаю, я просто ее включил в трансляции, когда было настроение. А то, что ее люди распространяют, не знаю, что они распространяют ее. Какой фильм? Сходите сейчас на дом, который построил Джек. Замечательный фильм о неосознанном зле. Нет, релиз альбома не в декабре. Синглов не будет в ближайшее время. В этом году точно все. С альбома выйдет один сингл. Йод, здорово, го бухать, я тебя звал в пятницу. Ты сказал, что в пятницу не можешь. Сегодня, кстати, Казускому выступает, надо сходить. Вот. А потом в Мицву. Блять, нахуй я... Забудьте. Как относишься к тому, что я спик-концерты отменяю? Ты как к этому относиться? Положительно отношусь. Ну нахуй эту музыку, блядь. Пускай все запрещают, блядь. Я вообще семью по воскресеньям в церковь вожу. Морали учу, ёбан. Ну хоть и разрисовались как-то черти, блядь. И это... Там... Что-то... Про Вовку говорят, это... Это не дело, блядь. Это... Не, так... Запрещаю, хорошо, что запрещаю. Что ты говоришь, Ice Peak? Можно по-русски, блядь, позваться? Короче, хуёво отношусь к запретам концерта, блядь. Как ты думаешь, блядь, что за вопрос ебанутый? Про альбом «Облачко» уже ответил. Да привет, привет всем. Блин, попадаешь в топ эфира, всякие левые чуваки залетают. Ты говорил, что записывал трек с детским хором. Я не говорил, что я его записывал, я говорил, что собираюсь записывать. Нашли хор, ну не хор, троих ребятишек, вот, будем писать. Тейпом навряд ли. Тейп прикольный, веселый чувак, но я не знаю, о чем нам с ним питовать. Нет, мне не предъявляли за оппозиционные мысли в треках. Я думаю, что я не обладаю должной популярностью, ну, чтобы до меня сейчас доебывались. Почему Лукмин отвечал в интервью уже? В каком-то, не помню. Наверное, даже в нескольких. Привет из России, блядь. Привет, ладно, мы тут в Европе зависаем. Спасибо за привет из России, братан. Порчу, возможно, залечу, не знаю. Костям салют. Насколько готов альбом, осталось написать, дописать, точнее, два текста.
Записано 1/3. Меня больше прикалывают эти, блядь, комменты, когда анонсировал трек-лист. Вот там, типа. Куава там сделал альбом на 20 плюс треков. Дрейк сделал там. Big Baby Take сделал. Ну, это чтоб прослушивание капли. Угу. Посмотрел до них и въебал столько треков. Знаю я все. Люблю вот этих вот... не знаю, кто эти комменты пишет. Сантехники, которые разбираются в музыкальной индустрии, наверное. Хрен с отменами концертов, мне кажется, закончится к концу зимы. Ну, это по моим личным ощущениям, я не могу в этом плане выступать экспертом, у меня нет друзей в Кремле, чтобы об этом точно знать. Я думаю, как только региональные власти получат команду, типа, ребят, хары долбоебить, они перестанут долбоебить, потому что им после Керчи сказали, ребят, долбоебьте, и они начали долбоебить. Они же, ну, чисто марионетки, у них, ну, нет никакой собственной воли. Вдохновил BM-фест и начал писать. Я говорил уже, блядь, в посте, ну, может, кто в Телеграме там не читает, что я альбом начал писать сразу после повесток. То есть это где-то май, это в мае, март, я не помню точно. Ну, короче, весной. Да, ковтейка торч. Прикольные кармашки сделал. Адам. Чисто из ада достаю плюхи. Так, оп, оба! Как ты реагируешь, что из Династии много челиков хороших ушло? Ну, как бы это много говорит о фараоне, я думаю. Вот все, что я думаю. 20 марта. Ну вот, в мае, значит. Март, апрель. А, в апреле, значит, даже начал писать. В апреле. Кофе называется Surf Coffee. Их там много по Москве. Они даже в Австралии, кстати, есть. Прикольные ребята, у них охуевшее оформление. Такое достаточно... семейная, ну типа там а-ля серф-кэмп, вот эта вот вся фигня, нормально обслуживают, всякие дающие хуйни. Вот приходишь в Starbucks, блять, говоришь, мне 0,3 капучино, они, какой размер, tall, big or small, ну короче, блять, ты ему говоришь 0,3, сука, вычти из литра 0,7 и получишь 0,3, как ты думаешь, это стандарт, нахуй, не во всем выебывается, или там, не знаю. Ну, что меня в Старбаксе там бесит, это, типа, заказываешь себе омлет. Эти зачем-то дают нож, блядь, к омлету. Да хуя мне нож, чтобы его потом нести до тебя? Ну, короче, это такой бред. Вторая часть тура будет осенью, это да. Альбомы, мне кажется, что-то просто собрали с... Самое невнятное, что у него было, и слили, короче. Ну, прям, сори, это не материал. Мне кажется, он намного лучше теки записал, и у меня есть подозрение, очень неприятное подозрение, то, что его альбомные треки, которые он писал, ну, по-серьезному, комплексно, то есть не просто мыча что-то, блядь, минуту 30 секунд, а зачитывая там динамично, как он умеет, или там пропевая что-то. Что эти капы будут отдавать на фиты каким-то там топ-звездам, и это полная залупа, я это очень не поддерживаю. Дудю пойдешь, позовет, блять. Алмазов салют. С Фарой больше не хочу фит, наверное, с прошлого года. Отказался от этой идеи. Не, даже когда Pink Floyd вышел, мне расхотелось с Глебом делать что-либо совместное.
прошел Хитмана, а что там проходить? Там, блядь, 4 часа геймплея или сколько, если проходить, ну, просто миссии по одному сценарию. Да, в Москве алмазов. Снипет из инсты, да, будет в альбоме. Там же, блядь, петля от петли, блядь. Там третий трек, по-моему, в трек-листе от петля или четвертый. Очевидно, что он будет на альбоме. Фит Джаком в 2024 году, блядь, 200 раз говорил. Мерч свой будет. Я думаю, его сделаем в феврале. Думаю, да. Думаю, да, в феврале. Горечь салют. В РДР 2 не хочу играть. В Томске в этом году не буду. Люди спрашивают, почему нет концерта там. В туре написано, блядь, зомби надо хранить. Тур, часть первая. Вероятно, если есть часть первая, то должна быть часть вторая. Ты просто вот... Ну, открой карту России, посмотри, какие города сейчас там и почему они сейчас там. Потом поинтересуйся, задай вопрос. Это типа я не в том плане, что типа хочу тебя оскорбить, просто, ну, на мой взгляд, прежде чем задавать вопрос, ты должен использовать все свои интеллектуальные способности, чтобы ответить на него сам, а потом уже задавать вопрос. Блять, фитани с теми. Почему у вас бзик на фитах, нахуй? Вот с кем-то фитануть, что-то, блядь, совместное сделать, захуя. Тима, на мой взгляд, ну, в нынешнем, по крайней мере, последние там года два, такие крупные фиты, которые звучали, это зачастую просто обмен аудиторией. Это не... Не то чтобы творческий процесс, то есть там, знаете, берет фиту, ну, просто звучание нравится у человека, да? Мне кажется, там, если на фите что-то должно быть, то это люди должны одну тему как-то по-разному раскрыть с позиции своих собственных лирических героев. Иначе, ну, это, ну, ни о чем, блядь. Зачем это надо? Сиги мешают творчеству? Творчеству не мешают, количеству воздуха в легких мешают. Ты это круто, потому что могут твои любимые исполнители создать что-то крутое. Они и так могут создать что-то крутое. По отдельности. Если честно. Не, конечно, фиты это хорошо. Ну, то есть, если людям есть чем обменяться. Ну, то есть, чтобы это было хоть сколько-нибудь интересно. То есть, если они делают что-то, что абсолютно становится индивидуальным материалом. Не похожим ни на то, что делал один чувак, не похожим на то, что делал другой чувак. Тогда это интересно. Тогда в этом есть смысл. Ладно, все, короче, какие-то злые бучие вопросы пошли. Давайте, ребят, пока.